Вы знаете, конечно, это очень большой плюс России включение в свой состав Крыма. Во-первых, и самое главное, мы спасли от ужасов террора, который испытала Одесса, Мариуполь, сейчас испытывает Донецк и Славянск. Мы спасли от этого ужаса больше 2,5 миллиона наших соотечественников, живущих в Крыму. А плюс Россия показалась страной, которая не позволит себя бить и вытирать о себе ноги, всему миру и тем самым утвердила свой статус самостоятельной независимой державы. А это стоит очень-очень дорого. Это приносит дивиденды, я не знаю, десятки миллиардов долларов, хотя и косвенно. Ну и в-третьих, Россия стала больше с точки зрения территорий, с точки зрения экономики. А экономика Крыма, она очень хорошая. Просто-напросто Киев гнобил Крым на протяжении многих лет. И он сейчас просто выглядит как больной. Его надо отпоить чаем с малиновым вареньем, и он будет бегать лучше всех. И Крым через несколько лет имеет неплохие шансы войти в число, в том числе, регионов-доноров.